Добрый день. Вы на канале интернет-магазина mountainrock.ru. Меня зовут Сергей. Наступила осень, и это самое время для того, чтобы начать выбирать себе снегоступы. В этом году компания Canadian Camping обновила свою линейку и, оставив все модели прежними и, ну, все популярные модели такими же, они решили поменять немного цвета. И именно сейчас по этим цветам я вам покажу. Изменениям в дизайне подверглись модель Trail и модель Raptor. Обновленный Trail у нас выглядит теперь вот так. То есть снегоступы теперь имеют такую черную деку и такие вот оранжевые ремни. Пластик остался такой же, морозоустойчивый, бакли тоже морозостойкие. Есть у нас такой вот подпятник, он резиновый, мягкий, соответственно, на морозе не должен дубеть. По крайней мере, в прошлых моделях такого не было. Фастекс для того, чтобы было удобно отстегнуть и одеть снегоступа. Также есть специальная у нас насадка под пятку, для того, чтобы у нас обувь не скользила. Trail у нас имеет такое ременное соединение с кошкой. Вот. То есть здесь не шарнир. Кошка здесь металлическая. Вот. И лично я рекомендую из своего опыта ее обработать краской, чтобы снег на нее меньше налипал. Сейчас посмотрим на вес. Это у нас модель 1036, самая большая в линейке, именно Trail. Так, вес одного снегоступа у нас составляет 1 килограмм 320 грамм. Соответственно, два снегоступа у нас будут весить 2 килограмма 640 грамм. Так, это у нас модель Trail. Кстати, эти снегоступы способны выдерживать вес пользователя вместе с снаряжением до 130 килограмм. Табличка с весом будет внизу видео. Так, да, поставляются они также, как раньше, вот в таком чехле. В чехле есть такая вот сетка, говоря к чему, если вы положите сюда мокрые снегоступы, вода, ну, снег растаявший будет стекать. Моделька Raptor. У Raptor значительно больше вариантов в плане размеров, и уже каждый человек более точно сможет подобрать для себя необходимые ему снегоступы. Так вот, ну, выглядит Raptor в новом дизайне. Черная дека, зеленые вот такие крепления. Также вот есть подпятник, чтобы пятка у нас не скользила. Здесь уже у нас идет шарнирная система крепления кошки. Благодаря этому у нас лучше крепится нога, и когда вы идете на таких снегоступах, у вас, соответственно, ботинок не гуляет влево-вправо. То есть шаг получается такой более ровный и, ну, предсказуемый. Именно из-за этого, как бы, ну, я рекомендую лично именно шарнирную систему крепления. Вот. Ставить сюда можно совершенно любой ботинок, начиная там от беговой обуви и заканчивая охотничьими сапогами. То есть по системе регулировки здесь все очень здорово. Так, это у нас моделька Raptor 927. Сейчас взвесим ее. Так. Вес одного снегоступа составляет 1 килограмм 130 грамм. Соответственно, пара у нас будет весить 2 килограмма 260 грамм.
Вот такие вот снегоступы, они себя очень хорошо зарекомендовали у всех, кто любит охоту, кто любит прогулки зимой по лесу. Почему? Потому что они достаточно недорогие и здорово себя проявляют. Есть фотографии от наших пользователей рассказов у нас в Инстаграм, по ссылочке вы сможете почитать и посмотреть на них в, так сказать, уже боевых условиях. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, до скорых встреч, пока!